На 1 января 2016 года на территории Анапы предпринимательскую деятельность осуществляют 11 313 субъектов малого и среднего предпринимательства. Темп роста в сравнении с аналогичным показателем прошлого года – 106,3%. Численность занятых в малом и среднем бизнесе увеличилась на 1,4% и составила 31 469 человек. Лидирующими видами деятельности остаются розничная торговля и гостиничные услуги. Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства составил 3545,6 миллиона рублей. По отношению к 2014 году произошло увеличение на 3%. Фракция рекомендовала администрации отбирать для поддержки наиболее важные для региона проекты, просчитывать востребованность населением, гостями курорта предлагаемой продукции, экономический эффект для бюджета муниципального образования, количество новых рабочих мест. В ходе сессии депутаты обсудили три вопроса. В рамках федеральной и краевой программ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году Совет рассмотрел вопрос о безвозмездной передаче здания ДЮСШ по улице Тбилисской, 1 в станице Анапской в государственную собственность Краснодарского края. Также решением депутатов внесены изменения в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг отраслевыми функциональными территориальными органами администрации. Отправлен на доработку проект решения, который предусматривал размещение муниципальной сельскохозяйственной ярмарки в 12-м микрорайоне.